Так, фамилия, имя, отчество назови. За что задержан? За хранение наркотиков. Ага. И вот эти свертки откуда взялись? Подбирал вес, и там это все лежало в одном пакете. И что должен был сделать по описанию? Ну, вроде как разложить. То есть так, мне дальше указания не давали. В каких городах? Как раз Железногорск и Сноуборск. Что это изъято у тебя, поясни? Это не знаю, что это такое. Ну, мне попросили это поднять в черном пакете. И все. А где забирал? А с закладкой под Красноярск. Ну адрес помнишь? Адрес там что? Февраля. Что с этим должен был сделать? Должен был, как я так понял, разложить, но не стал раскладывать, оставил у себя и